Ты все еще сердита на меня? Даже олимпийский огонь гаснет, а твоя злость нет, Айшан. Ты странный, Джингис. Все всегда должно быть связано с тобой. Ты говорила, у нас нет секретов. Мы станем правильными, ты и я? Да. Я от тебя ничего не скрываю. Хорошо. Вчера утром я ходила на могилу Омара. Там ты встретила его мать. А зачем? Зачем? Зачем ты ворошишь прошлое? Потому что я часто сталкиваюсь с прошлым, а ты нет? Я этого не допускаю. Не думаю об этом. А я не могу этого сделать. Почему? Потому что каждый раз, когда смотрю на тебя, вижу, что мы сделали с Умером. Джингис? Остался только я. В конце концов, ты отдалишь и меня. Ты станешь другой? Нет, не станешь. Я не верю. Как это называют итальянцы? Дольче Вита? Мы тоже читаем подобные вещи, Бахар. На бутылке написано. За хорошую жизнь. За жизнь нашей мечты. А о какой жизни ты мечтаешь? Мы ничего не знаем о его жизни, не говоря уже о мечтах. Спрашивайте, я расскажу. Если хотите знать правду, я в своей жизни ни дня не проработал как следует. За это надо выпить. Брат Джингис! Хорошо, а твоя семья? Твои родители живы? Нет. Я потерял их обоих в аварии. Мои соболезнования. Извините. Что ты нашел? Я за компьютером. У меня мало времени. Я в этом не разбираюсь. Что там? Сделай снимки. Я открыл папку, в ней много информации. Он делал записи. О чем? Надо же. Какая у тебя заветная мечта? Хотите знать правду? Не лги нам. Что там, Али? Планы отелей. Моя самая заветная мечта – вот это. Я построю там отель. Устал от расточительства. Я затеял строительство самого большого отеля в этом городе. Там я создам райский уголок. Вот это и есть моя мечта. Он пришел, посмотрел и ушел.